Туман такой, что с крыши капает. За городом вообще жопа, блядь. Смотрели фильм «Мгла». Вот, типа такой же шляпы сейчас. То есть за городом можно выйти из машины, выключить свет, отойти на 10 метров, развернуться, и хер ты ее до утра найдешь. Даже фокусироваться ничего не хочет. А к ковровским лесорубам вообще похер, блядь. Можно сказать, в одно и то же время запускают 2-3 пилы и хуярят, блядь, примерно полчаса, нахуй. Сейчас, по-моему, 2 пилы только.